Всем добрый вечер. Буквально через полчаса начнется фестиваль Дальневосточной лиги. Это будет плод работы команд, редакторов, администраторов в виде КВНовского концерта, который пройдет в течение полутора часов. Ожидание, реальность. Это же юмор! Весело, шутка. Я думаю, что это будет феерический фестиваль. Все, надеюсь, будет все хорошо. Я пришла на КВН, хочу получить массу позитива, хороших эмоций, положительных. Я надеюсь, что все постарались, чтобы людям, которые придут сегодня на игру, было весело. Вот, мы выступаем командой ЕББЕ, просто она давно раньше выступала, а теперь возобновилась. Там будет один парень, это я, и, в общем, и девочек несколько. Вот, эта девочка не имеет отношения к этой команде, просто почему-то пристала. Ой, ну главное, чтобы смешно было. Подытожим, Макс. Чего тебе надо? Собственно, вот он, момент настал. Пиджаки одеты. На сцене физкакол уже увидимся. Привет. Это первый раз команда гимназия. Я рада к ним присоединиться, в кого не играла тысячу лет. Спасибо! Это Баранов, это я очень устал, но очень доволен. Вы выступили это хорошо. Это Диана, моя девушка. Это Яра. Это я. Мы ее знаем. Яру знаешь. Я тоже красивая, я тоже. Это Костян. Из Москвы он. Приглашенная звезда вообще для ДВ-лиги. Это вообще крутой пацан. Это, в смысле, Руслан. Он мой сокомандник трижды. Дальневосточный фестиваль за номером 13. Ждет! Вот такие эмоции! Вы еще не выступали? Мы еще не выступали. Набудем! Я на 20 бабню, братан! Пацаны, помогите! Командочка чисто! Вы че? Выступили классно. Очень классно. Очень классно. Молодежь, комхи! Идите сюда! Все, зал мы разогрели, продолжайте! А мы пойдем втроем посмотрим! Короче, смотрите, сейчас я одену пиджак и обязательно что-нибудь скажу. Короче, сейчас вот начнется фестиваль, мы готовы. Уссурийск готов? Да! Уссурийск готов, все готовы. Короче, смотрите, сейчас будет круто, вот, приходите на сезон финалов. Да-да-да-да. Короче, приходите, все будет круто. Сезон финалов? Нет, даже не так. Сезон финал. Сейчас на сцену вот буквально бежать. Здравствуй, фестиваль! Будет сегодня КВН, только никому.